волшебное слово? Нет. О, класс! Похоже, и здесь отлив. Чего? Почему? Всем доброе утро, и сегодня мы вас приглашаем поехать вместе с нами на куда, Вика? На морскую. На морские приключения. Кто-то не выспался. Мы сегодня встали очень-очень рано. Была ужасная ночь, нас покусали комары. Но мы все равно здесь, мы успели. И вот наша лодочка. Вот наша лодочка, вот наш экипаж. Хай, савадика. Что, погнали? Погнали. По островам? Да, путешествие начинается. Да, наконец-то. Я так долго этого ждала. А меня радует то, что здесь очень много чипсов. Можно было тебя оставить в номере с чипсами, да. А мы бы поехали с мамой на необитаемые острова, как 10 лет назад. Классно. Вдвоем, да? Помнишь? Помню. У тебя приятные впечатления? Не совсем, я тогда очень сильно обгорела. Конечно, маслом для загара мазаться. Аня, что на тебя надели? Жилет спасательный, да? Но, надеюсь, он нам не пригодится. Так, ну что, скоро будем отплывать? Да, вот такая у нас... Вот да, такой у нас тур. Катамаран. А мы поплыли. Рум-тур яхты. Тут ничего нету. Там комната какая-то. Пойдем отсюда. Стартанули, Вика. Класс. Сейчас будет очень сильно шатать. Поэтому давай быстрее, что здесь? А, вот это туалет, а? Смотри, он с видом на море. Прикольно. Так, там... Да, там... Там, наверное, какая-то подсобка. Сюда мы тоже не пойдем. Все, Вика, сказали, можно снимать уже спасательные. Ами, давай, нет, я буду в нем, я плавать не умею. Ты же вчера так хорошо плавала в бассейне. Ну, я кувыркаться и стоять-то на руках умею, а плавать нет. Амелии тоже понравился. Давай снимем. Нет. Смотри, дядя просит, говорит, отдайте нам наши жилеты. Вау! Все, можешь вот сесть на мешок даже. О, thank you. Здесь так классно. Вау, класс. Как красиво. Итак, мы плывем на два острова сегодня. До первого острова мы будем плыть где-то минут 40. Так, похоже, уже подплываем к острову. Только я его пока не вижу. А, вот. Вижу. Остров Коралл. Сейчас мы, Вика, должны будем пройти, смотри, по этому пирсу плавающему. Тут даже нету держалки. Ложечки. Нету держалки. Сейчас будем танцевать тут будем. О, класс! Ай, давай, вставай. Вот это трип. Пока нормуль. Вау! Осторожно. Молодец. Сколько прошли? Посмотри давай, назад. Давай, лучше не смотреть. Вперед смотри. Да тут смотри, какая вода. Волна пошла. Волна давно идет. Все, почти дошли. Все, дошли. Ура. Мы выжили. Ва. Класс, какая водичка здесь. Дошли. Мальдива. Меня укачало просто. У тебя болтает до сих пор? Меня болтает. Меня тоже. Мама пошла купаться. Не купаешься? Холодно очень. Холодно. Ты замерзла. Ко мне там море рыбы признают. Они большие такие. Трогают тебя, что ли? Да, они возле ног, как кошки, ласкаются такие. Я их вот так пинаю. А они уплыли обратно. О, привет. Зайдешь на чаечек там? Хочешь на таком кататься? Меня не пустят.
наверное, не путь. А еще в море морские ежи. Их очень много сказали. А эта печенька вкусная? Можно попробовать. Нашла печенька? Нет. Что нет? Нет. Вон твоя печенька. Я. Вот твою, сама кушай, дай понятно. Дай попробую. Поделись. А папе дашь печеньку откусить? О. Спасибо. А мне можно тоже откусить, попробовать? А? Чуть-чуть можно? Спасибо. Все съела, да, Вика? Да. У тебя выпало. Да, не еще. А волшебное слово? Нет. Волшебное? Пожалуйста, скажи. Пожалуйста. Волшебное слово? Нет. Нет. В общем, мы сейчас с папой хотели покататься на прозрачных каяках. То есть они обычно они полностью прозрачные. Когда ты плаваешь, там видно всех морских обитателей. Это очень красиво. Стоит где-то 450 бат. Мы согласились, начали собираться. Вот сейчас покажу. Вот такие каяки, они полностью прозрачные. На них мы хотели покататься. Но сказали, к нам подошли и сказали, что... Здесь сильный ветер, и мы не сможем приплыть на берег. Поэтому в следующий раз. В общем, мы пришли на край пляжа. Дальше скалы, горы, а еще мы нашли заброшку. Да? Заброшенные нашли домики, смотрите. Нам рассказали, что раньше до ковида делали экскурсии на этот остров на 2 дня. И здесь гости оставались ночевать. За буквально 2 года ковида сюда никто не приезжал, и эти дома сами собой пришли в негодность. Смотрите, как они разрушились. Крыша, да, крыша вся полетела. И до ковида было тяжело ухаживать за этими домами, потому что, ну, то есть ты тяжело бороться с природой, да? Нужно вечно что-то ремонтировать, ухаживать. Тем более это все находится на отдаленном острове. А сейчас... Сейчас все, хозяин, сказали, да. Их проще... снести. А ты подписался на канал? Спроси. А ты подписался на канал? Подпишись на канал. Куда ты? В коленку сказала. Ну, вообще красиво здесь, только ветрено сегодня. Что там? Это крабик в сломанной ракушке. Там есть крабик? Угу. О, точно. Я икаю. Нашел разрушенный сломанный домик, как тот. На. А где? О, как раз! А где вторая? Нету, я хочу найти! Ты поищи вторую! Красивые! Кошмар! Чё? Вот там грибок! Нам что, накрыли индивидуально? Нет, это буфет. Шведский стол? Да. О, шведский стол я люблю! Так, чем нас тут кормят? Это курочка. Это что, Вика? Овощи. Это рыба в кляре. Это, видимо, тоже какое-то мясо, да? Это острейший суп том-ям. И рис. И еще арбузик. Да? И все. Просыпайся. Ты че? Ты че спишь? Смотри, смотри, в виде треугольников. Видите, так интересно. Скалы. Там какие-то пещеры. Приплыли на остров Рача. И тут мы проведем до вечера, а потом домой. Все поспали. Даже я чуть-чуть поспал. Вика, смотри, у тебя дружбан здесь. Будешь плавать на нем? Да. Класс, вот эта фотка будет крутая. Мы не доплыли до острова Рача, и мы остановились в шикарном месте для снорклинга. Здесь глубина сколько, как думаешь? 10? Меньше? 7 метров? 6? Ну, наверное, да. И рыбки. Вон туда посмотри, вон туда, вон, смотри, полосатые. А, это мои любимые. Вон пулет, смотри, это твои рыбки, помнишь? Я их руками ловил когда-то. Да, есть у нас фотографии 10-летней давности. Так, что, ты первый ныряешь? Да, берешь я пойду с собой нырять. Подводную камеру? Да. На. Сними рыбки. Ты тоже будешь нырять? Да. Молодец.
Вика, арбузы принесли. Там рыбки, если им кинуть арбуз, то они его кушают. Папа, иди подсни, вот арбузы? У меня есть крошки. Они что, арбузы едят? У меня крошки от печенек остались. Все едят? Вот даже вот... Брось арбуз. Нет, всеядная. Теперь печеньки. Как наш лайк. Все, один кусочек и все. А если сейчас морской еж просто возьмет и приплывет ко мне? Привет ему передашь, давай. Ты че орала? Доброе утро. Доброе утро. Подождите, я проверю плойку, я забыла. Как обычно. Ну что, безопасность. Причем, знаете всего. Что, плойка всегда выключена. Пойдем. Да, о, слава да. Богу, слава Богу. Ну и с утюгом то же самое происходит. Я не одна такая, но... Кто тихает? Что случилось? Водопад? Здесь над нами тоже бассейн, если вы не поняли. Бассейн? Это третий, здесь бассейн. Следующий, третий. Бассейн. Нет, нет, Аня, она уехала. А мы почему туда не ходим? Индивидуально бассейн, как и в нашем номере. То есть отель многоуровневый, на берегу первая зона, мы живем во второй зоне, и вот выше третья. Вот он и что. Так, ну что, семья, куда идем? Очень атмосферный отель. Да, очень. Мы в восторге. My head is a jungle. На завтрак можно доехать на такие багги, но мы любим ходить пешком. Только ты любишь. Мама любит ходить пешком и нас заставляет тоже. Наслаждаться природой, а что это, 5 минут всего? Ну, на баге тоже прикольно. У нас сегодня должен быть очень интересный день. Мы должны пойти погулять по городу. Ну, вечером поедем за фруктами, потому что завтра мы уже улетаем. Ой, а без меня справитесь? Нет, конечно. Нет. Я хотел почилить в номере. Ты оставил нас в бассейне на 15 минут. Да, чуть китаец не украл моих девочек. Ладно, не будем рассказывать. Не будем рассказывать, но китаец очень был странный. Что стоим? Мы завтракаем. Мама, где мы завтракаем? Вон там. Даже не видно в этих зарослях. Да. Заросли. Ресторан настолько гламурный, что сейчас мы туда зайдем и все будут с нами здороваться. Смотрите. Давай, ты первая, там давай. Только что люди зашли, там их встретили. Возможно, здесь сейчас никого не будет. Сейчас проверим, сколько раз поздороваются. Good morning. Good morning. Good morning. Видишь, сколько раз. А еще за столом сейчас будет столько же. О, сейчас еще есть. Час пик? Нет, нет. Ура, мы будем в помещении. Так, как в основном в зале мест нет, на улице нас посадили сюда. Для нас выделили индивидуальный столик. Это да? Небольшой компании. А мы же большая компания. Так, смотрите, я вам сейчас сделаю обзор на подстаканники. Вот такие деревянные подстаканники. Вика, расскажи, что необычного здесь в этом отеле. Здесь нет шведского стола на завтрак. А, да. И, да, и здесь очень вкусно. Мы заказываем вот по таким меню завтрак. Блюдо очень вкусное. Можно, да. Можно заказывать все, что хочешь. Мне кажется, это одно из самых вкусных, один из самых вкусных ресторанов. А two cappuccino? Один с coconut. One coconut milk. And one normal. Uh-huh. And one apple juice. Ребята, вы не заметили, что у Амели две косички? Это что, тылка на Wednesday? Точнее, это что, тылка на Гуди? Что? А кто такой Гуди? Это дальняя родственница у Wednesday. Ами, тебе что принесли? Не мешай, скажу, у меня рот занят. Вика скажет, что им принесли. Вика, а тебе? Панкейки. Только в прошлый раз все время приносили с ушками, а сейчас это обычные панкейки. Какими? Так быстро, 5 минут. Хумус. Хумус. Это что такое? Это спирулина, батончик спирулина. Thank you. Фрукты. Пауэрболы. Мы тут сидим. Фиш, это Женя тебе. И твой авокадо, смотри. И это всего лишь пока только закусочки, да? И что-то еще было, вот у тебя супчик. Ой, он другой.
Такой же. Не знаю. Вот. Здесь так вкусно. Это вкуснейший завтрак, который когда-либо был у нас в отелях. Еще нам принесли яйца Бенедикт. Такое название, конечно, придумала. Выглядит яйцо Бенедикта. Это вегетарианский сыр, veggie cheese. Даже не знаю, какой он на вкус. И здесь у меня овощи. Вау, как тут похудеть-то? Я поправилась, честно говоря. Поэтому китайцы пристают. Я вообще-то тоже поднабрала весочек. Весочек? Какой весочек? Вес. Сколько ты сейчас весишь? Примерно 32, но я весила 28. Блогер увидел бабочку красивую и пошел снимать. Улетела. Так, позавтракали, а теперь давайте посчитаем, сколько раз нам скажут до свидания. Товарика. Товарика. Два раза. Сейчас еще посчитаем, сколько раз. Три. Товарика. Четыре. Товарика. Пять. Товарика. Шесть. Товарика. Семь. Thank you. Товарика. Восемь. Восемь. Товарика. Вот последний раз ресторан. Завтрак здесь. Мы, кстати, можем завтра рано утром, если встанешь, чтобы успеть. Нам надо в 7:30 выезжать, а открывается в 7 только завтра. По-быстрому за полчаса съешь себе Бенедикта и поедем. У меня панкейки за 5 минут готовят. Куда семья? Бассейн. С вещами в номер. И потом бассейн? Да, детскую комнату. Говорят, что здесь лучшая детская, детский клуб. Это не монтаж, это реальные вот. Птички поют. В общем, здесь сейчас включили какие-то водные развлечения. Здесь все в фонтанах. Сейчас будем купаться. GoPro. Yeah. Okay, one by one. Queue up. Здесь очень мощные, очень мощные фонтаны, очень весело, все здесь мокрые. В общем, я пришла в детскую комнату, и здесь есть вот такой вот станок, и здесь можно плести вот такие вот типа шарфики или фенечки, я не знаю, как это правильно называется. Это кто-то плел до меня, а сейчас я вам покажу свою работу, которую сплела я. Вот это моя работа, вот. Такая красивая. Сказали, что это можно куда-то повесить, а если сделать подлиннее, то можно сделать шарф. В общем, сейчас я вам покажу, как работает вот этот станок. Здесь есть вот такие педальки. Ты на них должен нажимать. То есть вот у тебя вот такая нить. Ты просовываешь эту нить вот сюда. У тебя вот здесь вот затягивается. Ты нажимаешь на левую педаль, держишь. И нажимаешь вот на эту штучку, чтобы нитки были плотными. Дальше просовываешь, нажимаешь на правую педаль, делаешь вот этой штучкой, я не знаю, как она называется. В общем, это залипательно, и можно сделать прикольный шарф, можно даже так сказать. В общем, сейчас я вам покажу результат моей фенечки. Получилась такая красивая радуга. Вау, это очень залипательно. Она прям такая твердая, очень красиво выглядит. Папа, быстрее пойдем на каяках кататься. Там же так классно, там море красивое. Ну, Вика. Быстрее, пожалуйста. Быстрее. Я же загорать хочу. Они скоро закроются, потому что нужно успеть. Давай, иди сюда, выберем. Да зачем выбирать? На каком будем кататься? На желтом. Да, мы справимся. Да. Так, ну что, надо дядьку позвать. Так, спасательные жилеты будешь надевать? Конечно, ты что? 2 часов дня, что ли? Сейчас сколько времени? Папа, ты на море посмотри. Ой, а что это такое? Желтый флажок? Да, похоже, и здесь отлив. Чего? Почему? Тут даже камни! Бедные! Вода ушла. Почему? За что? Это несправедливо. Ой, смотри. Да, надо ждать прилива. Вода какая красивая. Вода красивая, но... Вот, какой-то белый камень.
Вот коралл. Вот тебе и каяки. Вика, ну что, почему мы встали в 6 утра? Чтобы бросить монетку в море. Кто в 6 утра, кто в 5. Ты бросить монетку в море по традиции? Традицию просыпайся, нельзя. Просыпайся. Традицию нельзя изменить. Если надо будет, встанем и в 3 часа ночи. Держите монетки. Ух ты, Ами, выбирай монетку. Какую вот хочешь? Большую. Нас будем бросать. Серебряную. Выбирай. Какая нравится? Все, кидаю, дай, кидаю. На большой выбор, так сложный выбор, да? Держи. Не кидай. Подожди, сейчас вместе будем. Кидаем монетки, чтобы вернуться. Как можно скорее. Как можно скорее в отпуск на море. Да. Давайте, бросайте. А ты это вместе? Да. А, давайте, я тогда самую большую возьму. У меня тоже самая большая. Ами, у тебя прям голос брутальный такой. Пап, у нас тут приболел немножко. Брутал, давайте. Ами, давай. Вместе. Загадайте желание. И чтобы вернуться с прекрасным отпуском всей семьей. Да. Раз, два, три. Бросай, Ами, опа! Так далеко она бросила. Молодец. Обычно мы не записываем, как уезжаем из отеля, но это мы не могли пропустить. Да. Знаете почему? Потому что мы любим покушать. Потому что... На самом деле, мы выезжаем очень рано, и вечером попросили отель, чтобы они нам подготовили breakfast box, то есть ранний завтрак. Он настолько шикарен. Здесь столько всего. 3 пакета, 6 напитков, кофе. Да. Соки, а минус вода. В том, что мы должны это успеть съесть за 1 час, пока едем в аэропорт. Да, это не проблема. Вот блинчики. Мои блинчики. И вот мой сок. Здесь, смотрите, вон там, у вас там фрукты. Фрукты. 4 набора фруктов, да? 4 набора каждому? Ну, видимо, да. Вау. У нас с тобой сэндвичи. Вау. Чего там еще? Они там... Смотри, они целые. А зачем? Соусов набросали целую кучу. С ума сошли. Обалдеть. О, а нутелла есть? Нет, тут вот только этот. Кленовый сироп? Да. Я тут еще всякие булочки. А где наши сэндвичи? Вот булочки. А сэндвичи, наверное, у вас там. Нет, у нас только фрукты. Есть, должно быть. Только фрукты. Только фрукты. Вот они как выглядят. Сэндвичи и чипсы. Класс, я буду сэндвичи и кофе. Я буду. А сэндвичи у вас с чем? С ветчиной и сыром. Я тоже хочу. Меняемся на блинчики. Да. Без проблем. Один сэндвич, один блинчик. Здесь в каждом пакетике вилочка, трубочка. Все так. Все так есть. Эстетично. Это Вика, мило. Это очень. Дай, пожалуйста, вилочку. Я руками начала есть. Класс. Да. Приятного аппетита. Да, спасибо. Просто отель лучший. Ну вы же поголите. Почему? На вылете кто покупает столько всего? Это тайские сладости. Их надо побольше, всем на подарки. Поэтому не забывай никак. Вика, что там уже нашла? Как обычно, бальзам для губ, которых у меня уже 8 штук. Руши, маска, тапочки. Все как обычно. Что, приятного полета? Полеты готовы. Аня, ты готов к полету? Да. Ура, ты хочешь домой? Да. Молодец, я тоже хочу в дом. Ну что, Вика, прокатила? Вика сказала, что ей 10 лет. После взлета там же раздают детские подарочки, раздали Амелии. И потом меня стюардесса спрашивает, сколько ей лет. Я не успеваю ответить, мама говорит, больше 12. А стюардесса говорит, а мы только 11-летним раздаем. А она тебе раз фигу, да? Аэрофлот показал тебе фигу. Ну, видишь, ну ты теперь взрослый ребенок мой. Скажем, что тебе 11. О, все. Что там, показывай, стоило это того? Магнитик? Так, что еще? Ручка. Так, что это? Какие-то карточки. Может, игра какая-то? Давай дальше. Мне еще у Амелии надо посмотреть, что там. Викторина. Какая-то викторина. Карандаши. Все? Нет. Занимательный журнал. Что-то еще есть? Что-то еще есть? А у Амелии рюкзачок. Ух ты!
смотри, это на спинку вешать, рюкзачок. Открывай замочек, тяни. Давай, давай до конца, что там? Ух ты, что это? Не знаю, что это. Это что, журнальчик? Занимательный журнал, карандаши. Что еще? Ручка. Это что? Домино. Привет. В общем, у нас сейчас 5 утра, и, ну, мы находимся в поезде, но он необычный. У нас 2-этажный вагон. Я впервые в нем, и просто это была моя мечта — прокатиться в 2-этажном вагоне. Так как у нас 5 утра, а если смотреть по тайскому времени, то это уже 9 утра. Поэтому у меня уже завтрак в 5 утра. Только это лапша быстрого приготовления. Сейчас надо будет ее заварить. Папа, на, иди заваривай, а я сейчас вам, ребята, сделаю обзор на поезд. Здесь просто все спят. Папа пошел заваривать лапшу быстрого приготовления. Мы вот так идем по первому этажу. На улице снег. Идем дальше. Здесь дальше еще лестница. Здесь туалеты. Сейчас сделаю вам обзор. Вот такой большой туалет. Да, очень круто. Их тут даже 3.